Посетить стоматолога, не выходя из стен учебного заведения, теперь могут учащиеся Чебоксарского училища Олимпийского резерва. При поддержке Министерства спорта Республики и городской стоматологии там открылся зубоврачебный кабинет. В училище Олимпийского резерва когда-то уже был стоматологический кабинет, но оборудование там устарело, да и само помещение нуждалось в капитальном ремонте. Поэтому Минспорта Республики обратилась в городскую стоматологию за помощью. Медики откликнулись достаточно быстро, и всего за 3 месяца кабинет был отремонтирован, в нем установили новое оборудование. Очень важно для наших спортсменов, для спортивного резерва сборных команд Чувашии и России иметь хорошее здоровье. Мы рады, что при училище открывается этот стоматологический кабинет, где наши дети будут на бесплатной основе получать стоматологическую помощь. Спортсмены входят в группу риска развития заболеваний полости рта. Переутомление, резкие колебания температуры воздуха, частые перекусы – все это сказывается на состоянии зубов. Данные исследования подтверждают, что среди детей, занимающихся спортом, показатели стоматологического здоровья значительно ниже, чем у остальных. Мы активно включились в эту проблему, когда начали изучать этот вопрос. Оказывается, кариес зубов, заболевание пародонта, но и особенно аномальный прикус очень сильно, серьезно влияет на спортивные достижения. Мы со своими технологиями, современными стоматологическими установками пришли. Я уверен, что будущее показатели спортсменов Чувашской Республики будут совместно со стоматологами на очень серезном уровне. Кабинет укомплектован современными пломбировочными материалами. Зубные врачи работают по программе полной инфекционной безопасности – антиспид, антигепатит. Здесь полностью выполняется программа инфекционной безопасности. Одноразовые упаковки, инструменты, наконечники. Теперь врачи будут тщательно следить за состоянием здоровья зубов у юных спортсменов. Говорят, что ни одна проблема не останется незамеченной. Наталья Егорова, Павел Редков, Вести Чувашия.